В рамках форума подвели итоги 6-го всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». За звание победителя боролись 39 педагогов из 8 федеральных округов, включая Крым. Саратовскую область на конкурсе представлял учитель физической культуры городской гимназии номер 3. Финальный этап соревнований прошел у нас в Саратове. Претенденты провели в школах открытые уроки и мастер-классы, на которых поделились с коллегами профессиональными наработками в области здоровья и сбережения. Победителями всероссийского конкурса стали учитель музыки из Ростовской области и педагог по истории из Санкт-Петербурга. По словам учителей, залог успешного обучения школьников в особом подходе к детям. Я тоже их обожаю. У нас занятия строятся вот в чувстве комфорта, в чувстве партнерских отношений, дружбы. Поэтому, безусловно, наверное, здесь вот это и будет определяющим успехом. То есть мы не подчиненные и начальник, а друзья. Да? Мы партнеры в этом процессе образования. Поэтому, конечно же, вот это все создает такое уникальное пространство успеха, как для меня, так и для детей. По словам организаторов конкурса и форума, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений развития общества и страны.